24 мая ежегодно во многих странах отмечается День славянской письменности и культуры. Истоки этого праздника неразрывно связаны с чествованием святых равнопостольных Кирилла и Мефодия, просветителей славян, создателей славянской азбуки. Великий дар, оставленный нам, братьями Кириллом и Мефодием, определил духовное единство славянских народов. Славянская азбука легла в основу национальных языков, открыла путь к укреплению взаимопонимания между людьми. 24 мая в Славянске на Кубани состоялся крестный ход, посвященный Дню святых равноапостольных Мефодия и Кирилла, в котором приняли участие духовенство славянского благочиния, представители администрации, казачества, школьники, студенты, сотрудники муниципальных учреждений. Жители города Славянска на Кубани и Славянского района прошли крестным ходом от Свято-Успенского храма до Театральной площади, где состоялось торжественное богослужение. Во время любого праздника мы вспоминаем прошлое, а во время сегодняшнего праздника мы должны, вспоминая о прошлом, думать о будущем. Потому что если мы отделимся от своих корней, то у нас будущего нет. Святые Кирилл и Мефодий, они были просветителями славянских народов. Но они не просто проповедовали Христа, они сделали нечто большее для нашего государства. Они решили проповедовать Христа на том языке, на котором говорили народы. Они создали алфавит, создали письменность. И это стало не только начатком проповеди Христа, это стало начатком нашей культуры. Наша история построена на вере и культуре, и подобные мероприятия организуют именно для того, чтобы сохранить наследие великих славянских просветителей. Для наших земляков День славянской письменности и культуры не просто праздник, а день, когда можно прикоснуться к истокам нашей истории. На Кубани и в Славянском районе немало делается для сохранения культурных традиций и обычаев славян. Сотни школьников, кроме привычных предметов, с удовольствием изучают старославянскую азбуку и литературу. Наши замечательные мастера-ремесленники создают картины и поделки в старославянском стиле. В музеях и библиотеках проводятся уникальные выставки старинных славянских книг и изделий прикладного творчества. Знаменательно, что в Славянске на Кубани даже есть сквер под названием «Книга», который символизирует стремление людей к просвещению, к новым знаниям. Начало письменности – это особая веха в истории каждого народа, в истории его культуры. В глубине тысячелетий и столетий обычно теряются имена создателей письменности того или иного народа или языковой семьи. Но у славянской письменности совершенно удивительное происхождение. Благодаря целому ряду исторических свидетельств нам известно о начале славянской письменности и ее создателях – святых Кирилле и Мефодии. Для горожан в этот день работала выставка народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, которую организовали сотрудники учреждений культуры города и района. Завершилась праздничная программа выступлением хора Свято-Успенского храма города Славянска на Кубани. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».